Здравствуйте! Сегодня в энциклопедии слов я покажу вам, как формировать волшебную петлю. Волшебная петля – это я давно ей пользуюсь. Она имеет несколько способов формирования. И я покажу вам их все. Один из самых простейших способов формирования волшебной петли – вы в любом месте веревки или лески делаете вот такую петлю и делаете 3-4 раза такие повороты. Теперь, чтобы сделать затягивающиеся петли, если вы, например, хотите с этой стороны затягивающиеся петли, вы берете и вставляете вот этот с этой стороны петлю, и дальше вы затягиваете с другой стороны, и получается вот такая затягивающаяся петля. Очень надежная, абсолютно надежная. Здесь получается достаточно красивая петля. Вот она. Я вам покажу сейчас. Вот. Это один способ формирования такой петли. И это затягивающаяся петля. Дальше, второй способ формирования этой петли. Вы делаете, накручиваете на пальцы 2-3 раза. Дальше снимаете, вставляете петлю внутрь этих колец. И с этой стороны, если вы делаете, то просовываете веревку, образуете петлю, которая будет затягиваться с этой вот стороны. И дальше затягиваете. Вот. Это второй способ образования. Чем он хорош, вы можете накрутить здесь много и достаточно просто тоже сделать так же, как и тот. Но вот этот способ имеет преимущество. Потому что из затягивающейся петли вы можете сделать петлю не затягивающуюся. Это одна из моих любимых петель, не затягивающихся на веревке, которая надежная и которая расположена вдоль веревки. Как это делается? Вот смотрите. Давайте я опять сделаю 1, 2, 3 оборота. Провожу туда внутрь эту петлю. Дальше я вставляю сюда петлю. И вот будьте внимательны теперь. Я протаскиваю эту петлю внутрь. Вот эту внутрь. Вот так вот. И все оборотики получаются вот здесь. Затягиваю. И получается вот такой вот красивый, не затягивающаяся петля. Надежным узлом. Вот, если вы хотите подвесить что-то на карабинчике с этой стороны, вот, пожалуйста. Очень надежная вещь. Вот такая вот волшебная петля. И практически все способы ее выполнять. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. И увидимся на следующем видео.